Приветствую всех, дорогие друзья! Меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу рассказать вам свои впечатления о косметике Elle Adelaide. Мне было предоставлено 4 крема на обзор. 2 крема, вот эти вот, фирма предоставляла по умолчанию. И 2 на выбор. На выбор я выбрала вот эти вот маленькие тюбики. И сейчас расскажу более подробно свои впечатления о каждом из них. Начать хочу с менее удачного варианта. Вот такой крем. Он шел в коробке. И вот такой небольшой тюбик. Коробочка довольно информативная, то есть внутри никаких дополнительных инструкций нету. Все написано на самой коробочке. Крем я выбирала сама, но он меня разочаровал. Брала его специально для области вокруг ногтя и подушечек пальцев. В этом плане он меня разочаровал. Что не так? Ощущение на руках после нанесения, что состав липкий и очень жирный. Очень неприятное ощущение, очень долго он не впитывается до конца. Даже если делать на ночь, то есть утром вы просыпаетесь, а руки у вас липкие. И, собственно, эффекта особо никакого я не получила в этом плане от этого крема. Дальше я попробовала использовать его, собственно, для пяток, чего здесь на картинке предлагается, да, до и после. Пяткам он тоже моим не помог. Я не увидела никакого положительного эффекта, к сожалению. И, собственно, тоже ощущение на пятках мне не понравилось. Ощущение жирности, до конца крем не впитывается. И само вот это вот ощущение кожи после применения крема мне не понравилось. Единственный, наверное, плюс этого крема я бы посоветовала людям, допустим, применять его в области коленок и локтей. Там он справляется на ура и очень хорошо размягчает поверхностный слой, после чего огрубевшую размягченную кожу можно удалить и нанести еще раз, чтобы уже основной слой кожный покров смягчился. Если у вас очень-очень-очень проблемные пяточки и очень-очень сухие области кожи, скажем, на руках или ногах, эта штука вам не поможет. Ну, мне она не помогла, у меня очень проблемные пятки, и она не справилась, к сожалению. Этот крем не справился, очень меня разочаровал. Вот, я, видите, его использовала совсем немного, и вот достаточно много осталось. Ну, не знаю, буду ли его доиспользовать, может быть, кому-нибудь отдам. А следующим небольшим тоже разочарованием стал вот этот крем Provene. Он был предоставлен на обзор по умолчанию. К сожалению, вы можете остановить там, почитать, что здесь на упаковке написано, что он творит и должен творить с ногами. К сожалению, я всего этого не увидела. Единственное, что делает этот крем, это смягчает поверхность кожи. Это все. Никакого супер действия, никакого эффекта насчет вот тонизирует, охлаждает, успокаивает. Ничего этого я не заметила. Просто обычный крем, который смягчает поверхность кожи, ну, ног, да, поскольку он для ног. Я наносила его не только на нижнюю часть, не только на стопы, но и на верхнюю часть до бедер, и, в общем-то, особого эффекта не увидела, то есть просто обычный крем. По идее, он должен производить некий лечебный
эффект, но, к сожалению, я на себе его не испытала. Просто обычный крем. Немножко разочарована. Следующим идет вот такой крем для области вокруг глаз. Вот этот крем мне понравился. Не знаю, увижу ли я какой-то эффект. Я вставлю вам кадры, фотографии глаз до и глаз после. Присмотритесь, может быть, вы заметите какую-то разницу. Но в плане использования я довольна именно самим кремом. Он был вот в такой коробочке. Коробочка небольшая, тоже довольно информативная. То есть все, что здесь о креме, все есть на коробке. Состав, описание. Сам крем очень приятный, очень такой нежной, мягкой консистенции, не жирнит, быстро впитывается. Наносить нужно небольшое количество, буквально маленькую капельку. Здесь такое маленькое отверстие, поэтому вот капельку нанести на верхнее веко, капельку на нижнее, распределить. И потом массажными движениями дать впитаться. В принципе, как бы эффект, я не знаю, вы посмотрите на видео, сравните две фотографии, ваши впечатления жду в комментариях от увиденного. Я пока эффекта особого не вижу, но сам крем мне понравился. То есть кожа вокруг глаз, она стала более мягкой, более подтянутой, что ли. Вот. И, в общем-то, сам крем тоже хороший. Он довольно много его там. То есть я вот использовала, наверное, где-то одну треть. И там еще много осталось. То есть вполне может хватить на 3, а то и на 4 месяца. Очень удобный и небольшой флакончик. Он буквально половину ладошки занимает. И вполне может уместиться в сумочке, если куда-то ехать в путешествие. То можно взять с собой. Очень удобный флакон и очень приятный крем. Вот, в общем-то, такой положительный отзыв. Эффект, как я уже сказала, вы посмотрите на видео и скажете мне свои впечатления. Потому что я оценить не могу, ну, вот так по фотографии, потому что все-таки я сама на себя смотрю. И оценить, есть ли изменения или нет, мне своим собственным глазом не получается. И последний крем тоже мне очень понравился. Наносила его на пяточки свои проблемные. Называется Deo Ступин. Был предоставлен мне по умолчанию. Мне очень понравился. Эффект очень понравился. Здесь, значит, регенерирует, дезодорирует, 4 в одном, смягчает и увлажняет. По вот этим вот словам, по названиям, я не могу сказать, что прям вот так он и действует, 4 в одном. Но кожа становится более мягкой прямо на глазах. Массажными движениями вы втираете. Можно еще сверху надеть мягкие носочки на ночь. Хлопчатобумажный, будет эффект как бы еще больше. Так, в общем-то, в общих чертах приятный запах, быстро впитывается, не оставляет никаких следов, приятные ощущения. Сначала прохлада, потом как будто согревающий эффект. И приятные пяточки. Использовала каждый день на ночь. И, в принципе, довольна результатом. Пяточки действительно становятся очень мягкие и приятная кожа на ощупь. Вот такой вот крем. Вот такой у меня небольшой отчет. Если видео понравилось, ставим пальчики вверх. Продукцию можно посмотреть на официальном сайте, ссылку на который вы найдете в описании под видео. Также ознакомиться с другими вариантами кремов и
косметики, которую они изготавливают, у них проходят сейчас акции с подарочными наборами. Так что проходите, знакомьтесь, приобретайте, если что-то понравится. Если видео понравилось, ставим пальчики вверх и увидимся в следующих видео. Пока-пока!